хорошо между линиями открывается в очередной раз Лушенков. Пеняев по праву убирает, не дает ему бить. Ох ты, какой гол! И забивает его Артем Зюба, спаса Наира Тикнезяна. Опять здорово Тикнезян пришел и помог команде отличиться. Но здесь отметим, как здорово Лушенков между линиями открылся. Да, Пеняева стерегут, его правую ногу. Что Максим предпримет? Пошел сам в обыгрыш. Слишком много взял на себя Зюба. Игрока этого матча дубль Зюбы. Сирьянов катит Уткину, и никто этот мяч не убивает, а дальше Зюба прилетает учиться. Но это был бы, конечно, хай-класс. Кабано, еще одна подача Зюба. Хет-трик Артема Зюбы. Расписался так расписался. Переиграл Глебову Тушенков. Мяч пролетел мимо Осипенко, и Мерёхин не успел за Дзюбой. Держит стабильную вот какую-то планку, но для того, чтобы прогрессировать, надо обязательно стремиться к новым высотам. А сейчас Пеняев в атаке! Удар и гол! 1-0! Трикавка, классная передача с половины поля. Пеняев на скорости посмотрел, где Дзюба, можно ли ему мяч покатить, и решил сам пробить вот так внешней стороной, мимо Георгия Шили. И... опасный рикошет! И здесь Конти нет, не стал бить, а пробил Камано и пробил точно под штангу вратарской.